Так, всем привет! Я вновь в этом доме. В прошлом видео была явно какая-то активность, поэтому я приехал еще раз. Может быть, чуть-чуть более подготовленный. Так, ну вот кухня. Взял с собой прибор ЭМП, электромагнитный прибор. Вот, в общем, поснимаем, позамеряем на активность, на импульсы. Так. Вот в этой комнате, была активность. Тут медвежонок был. Может, хозяева были тут. Много похозяйничали, поубирались. Куда-то дели мишку. Так. Вот эти шкафы. Так, что у нас под кроватью? Опа. Да, под кроватью ничего нету, кроме пыли. Так, ну что, достанем ЭМП, глянем, что имеем. Так. Итак, друзья, вот он прибор. Я его немножко приколхозил, чтобы удобно было. То есть одной рукой держать его, второй телефон, еще и камеру. Неудобно как вообще. А так сюда телефон положил и нормально. Вот видите, шкала 37 показывает где-то. Ну, когда будет аномалия, имеется аномалия, то должно где-то вот в этом районе показывать и пищать. Так, ну давайте попробуем. Сейчас, секундочку. Так. Ну, погнали. Так, вот. Видите, да? Особо не показывает ничего. Так, немножко поднялось. Давайте походим в этой комнате. Ничего. Ну, то, что на данный момент показывает, это нормально, потому что тут имеется бытовая техника, там электричество, поэтому немножко будет показывать. Так, ну давайте в этой комнате глянем. Так, ничего пока что. Пока что ничего. Немножко
немножко поднимается. Видите, направил на ту комнату. И что-то немножко показывает. Так, ладно, давайте дальше. Так, что в этой прихожей? Пока ничего. На кухне. Ну, на кухне что-то показывает. Явно поднялась. Видели, да, как шкала поднялась? Так, еще секунду. Оп. Потухло немножко. Ну да, что-то показывает. Так, на улице дождь, а я на мотоцикле приехал. Замечательно. И как домой ехать, вообще не пойму. Ладно, подождем, может, пока поснимаем. Может, до этого закончится. Так. Пойдемте дальше. Опа. Видали, да? В этой комнате что-то явно имеем. Потому что показывает. И упала. И опять в эту комнату. И опять. Ох, как. И упала. Так, ну, как бы в прошлом видео вот в этой комнате как раз таки происходила какая-то активность. И на данный момент, как мы видим, по прибору именно в этой комнате показывает какую-то аномалию. Вот. Так, ну что, буду устанавливать камеру. Так. Установим камеру и понаблюдаем. Так, одну камеру я направил на кухню.
Вот, снимает кухню. Так, ну в этой комнате МП ничего не показывал, поэтому думаю, и камеру не надо сюда. Вот и одна камера вот в этой комнате. Вот она в углу. Направлена как бы на шкафы. А мы сядем вот тут в уголку. И поснимаем отсюда. Может что-нибудь и будет. Ну, не может. Почему-то, я думаю, проявить себя опять. Ну, ждем. Так, дождь прошел. Сейчас доснимаю. И надо ехать. Пока опять не пошел дождь. Пока ничего. Тут есть кто-нибудь? Кто-нибудь есть тут? Тут есть кто-нибудь? Покажи себя. Видали, да? Кто ты? Покажи себя. Видели, да, как открывал?
Ебать, а это что было? Что-то на кухне. Блядь, страшно. Кто там? Там что-то упало на кухне, по ходу дела. Бля, как страшно, бля. Жутко, пипец. Опа. Кто тут? Да. Вот это вот активность. Да. Жутко до мурашек. Блин, вот стул на кухне. Как он упал. Ну ладно. Буду сворачиваться. Глянем, что на тех камерах. Всем пока.